является центром вселенной для Зеленодольска. И это очень здорово. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Леночка, дорогая моя, выйди, пожалуйста. Сегодня мы вручаем от Управления культуры тебе сертификат на приобретение 5 радиомикрофонов. Я знаю, как это очень важно для артистов иметь хорошие микрофоны. Я надеюсь, что они обязательно у вас будут. Спасибо всем, с праздником, я поздравляю. Я думаю, что высокий суд учтит мое первое слово защиты. Спасибо. Мы благодарим уважаемого свидетеля. Ваши показания будут записаны в протокол. Что у нас есть еще, уважаемая защита? Здесь много говорили мы о звездах. Кстати, в связи с сегодняшним высоким заседанием имеем мы возможность вблизи созвездия рассмотреть. Хоровод звезд! Неспроста именно созвездием называют юные таланты один из самых любимых в республике фестивалей, который проходит под патронажем президента Республики Татарстан Митимера Шариповича Шаймиева. Созвездие Йылдызлык. Здесь сегодня его основатели. Генеральный продюсер открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йылдызлык» Дмитрий Александрович Туманов и исполнительный директор фестиваля «Ландыш» Ильдусовна Шарафутдинова, а также победители фестиваля. Ну что ж, я так понимаю, что оборону будут держать именно победители. Обладатель всевозможных наград Тимофей Чехирин. На сцене обладатель гран-при Матвей Козин.
Чудотворный напев,
Беловежская пуща, Беловежская пуща. Признаюсь я вам, вот так насмотришься, наслушаешься и сам побежишь, забыв о возрасте, статусе, больных ногах, учиться танцевать, петь, да что там петь, жить одним словом. Однако, было бы вопиюще несправедливо возлагать сегодня всю ответственность за нарушение пугающей глухотой тишины и сонно-дремного состояния наших сельнодольцев на Дыкородина и упорно не замечать так называемых коллег-подельников, скромно посиживающих в этом зале. Я говорю о вас, работники Дворца культуры имени Горького, Детского дома культуры Алые паруса, музыкальной и художественной школы. Прошу вас выступить в защиту коллег своих из Родины, Дворца. Ну что ж, приглашаются, заслушаем свидетельские показания представителей Детского дворца творчества «Алые паруса». Прошу вас, господа. Широ.
родины музей, а библиотека просто чудо-века! Было слышно нам дано в родине смотреть кино. Лучше фильма не найти детям до 16! И оставьте и кружки, и впустите пирожки. Детство юное зрелось, все в тебе вертелось! Желаем родине тебе любви, добра и света, чтобы всегда и чтоб везде была теплом согрета. Чтоб только креп фундамент твой, чтоб люстры золотились, к тебе спешили всей душой, к тебе душой стремились. Чтоб не пустел огромный зал, чтоб классы не пустели, чтоб, наконец, весь мир узнал о нашей колыбели. Живи, цвети на радость людям, встречай детей и стариков. Пусть каждый день счастливым будет. В венце годов, в венце веков. Я дышу с тобой, столько лет, столько лет вместе. Родина, алые паруса, дарят тебе эту песню. Коллеги дорогие, мы, честно говоря, знаем, какой нелегкий, какой не всегда благодарный труд культуры при нашей зарплате, при нашей загруженности, но мы все больные люди, мы все больные, и пока мы болеем, культура будет жива, а мы выздоравливать не собираемся, и пусть ваша жизнь станет чуть-чуть слаще. Спасибо. Веселые свидетели. Мы для дачи свидетельских показаний приглашаем представителей художественной музыкальных школ. Пожалуйста, господа, засвидетельствуйте свои показания. Не подошли. Хорошо. Заслушаем чуть позже. А в зал приглашаются представители Дворца культуры имени Горького. Истину гласит старинное предание, во времена древнейшие основы мироздания Зевс, наш родитель, царящий на Иде преславном, дал нимфам бессмертным с вершины Олимпа указ. Сойдя на землю, там найти творцов, о ком на ионийский лад поют все песни, кто славой своею близок к вершине горы многоглавой Олимпа. Век на земле кратковечен, и Зевса почтивши, устремились нимфы на поиски самых достойных.
при свете факелов, под звуки флейт веселых, и в беззаботнейшем веселье, с великой радостью на сердце, песни всенародную неся, песни в честь тех, кто прекрасным искусством тысячи добрых дел совершает. Пред ликом великих богов и людей земнородных хотим объявить мы Зевса решение. Радуйтесь, други, ликуйте в честь достойнейшего храма культуры, коему 65 лет круговоротных, кто великую вестью радует ныне живущих, искусство творящим большой юбилей отмечая. Почести хотим мы воздать корифеям храма всего. Вот если бы все из богов были столь же добры и достойны, дорогая отчизна вовеки была бы прекрасной. О боги, на призыв наш откликнитесь вы благосклонно и отвратите от корифеев проблемы и унынья. Пусть их возвышенный дух укрепляет надежда, пусть их большая мечта устремится за всем. Пусть будет всем сегодня торжество, ликуйте, и пусть не будет на нашем пиру обделенных. Золотыми друг друга кубками честь воздавайте, на храм свой родной и великий сегодня взирая. Взор свой на сцену направьте, вокруг посмотрите, храм мастерства и таланта жив, и вовеки так будет, слух преклоните, ведь слаще пчелиного меда текут задорные песни и кружатся вихрем веселые танцы. Мне во сне.